Всем привет! Сегодня я покажу, как снять задний дворник на Toyota Prius. Выдергиваете этот замок, защелку, поднимаете дворник с небольшим усилием, выдергиваете его вперед. Ну и также в обратном порядке вы все собираете. Если сделал это один раз, уже никаких проблем не будет. Вставляете и закрывайте замок. Всем спасибо за внимание, всем пока!